Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на прохождение Растений против зомби 2. Усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Так, ну, а мы приступаем. Мы вчера вроде бы с вами закончили. Локацию с Египтом. Почему я говорю вроде бы? Просто у меня столько событий происходит в моей жизни, что у меня, короче, путается немножко мысли. Что ты не помнишь, что вчера записывал? Мне просто, я не делаю еще некоторые другие проекты по каналу, поэтому и у меня в кучу это все складывается, и вот так происходит у меня. Поэтому я не всегда и помню такое, что подождите, когда я записывал, вчера или позавчера это? Поехали, ребят, пиратский СИС, я не знаю, что это, море, да? Тут написано, заблокировано что-то. Да, я понял. Давай. Зажгем рог моей в этой дыре. Фух, ну, поехали. Ну, я помню, брат мне, кстати, говорил, что пиратский, в принципе, он застревал на пиратском. У меня брат тоже, правда, он на телефоне играл, он бешеный задрот. Он говорит, блин, пиратство реально, типа, жесткое. А если пиратство жесткое, то что дальше будет? Кошмар. Йо-хо-хоу! Ух ты, лет, посмотреть тут какие... Так, ребята, и напишите, я уж с какой же, блин, прошу людей, напишите мне, как разблокировать вот этот восьмое место. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмое место. Я, блин, в каждом видео прошу, никто мне не отвечает. Эх, печалька. Так, а тут гробиков, наверное, пока не будет тут, я так думаю. Слушай, а тут 125 есть, ой. Блин, прикольно. Только как я... Не, глупость какая-то. Так, ну не знаю, пока так посмотрим. Я просто не знаю, что нас ждет. Так, хорошо. Усаживайтесь поудобнее. Слушай, а ничего тут? Четыре, получается, прохода, да? Давайте сразу блокировать тогда четыре прохода. И у меня такое ощущение, что визуально меньше клеток. Я не знаю, правда это, неправда. А, тут полностью вот эту, кстати, можно засаживать, смотрите. Вот эту полностью можно засаживать подсолнухами. Что, они-то отсюда не пойдут? Это 100%. Так. Все, все четыре у нас защитили мы с вами. Ага, еще и растения нам дали, замечательно. Боксера сажаем. Рокки Бальбоа, пошел. Что? Подождите-ка. What the fuck, там чувак. Подожди, а он... Че это значит? А, он, смотрите, все-таки, блин. А я думал, они сюда не будут сажаться. Тебе боксер, наверное. Так, подождите-ка. Куда еще? Туда, наверное.
кукурузу нам дали, которая, кстати, замедляет. Пушка нарисована, смотрите. Замечательно. Следующий уровень. Рекламу мы пропускаем. Хотя она, блин, теперь, кстати, каждый раз будет реклама появляться. Мне нужно ее все-таки один раз присмотреть. Замечательно. Поехали. Либо каждый раз вот так пропускать, закрывать и открывать. О, что тут летающие какие-то? Чего? Тут летающие чуваки какие-то, офигеть. И как мне с ними бороться? Блин, я не знаю, и что способен. Так, так. Вот так, я не знаю, посмотрим сейчас. Давайте, как летающие. А, тут это пропало, все, я понял. Она пропала и сюда почему-то двинулась. Походу, каждый уровень будет где-то... Вот такая штука, да? Которую летающие пираты будут туда. Так, нужен уже. Солнышко мое, вставай. Замечательно, сразу же можно сажать. Так. Куда тебя? Ну, давай сюда. Иди не спеша, летящей походкой. Кстати, сюда можно это посадить. А, подскажите мне, скажу я вам. Как его? Горох. Ой, горох. А, орех, орех сюда. Как раз, если он будет лететь. Вот так. Все, защитили себя. Ой-ой-ой, нифига себе, а тут что так много? Они, кстати, смотрите, этот не прилетают. Защиту нашу. Это даже хорошо. Цветочки мы забираем. Ну тут плюс-минус уровень, в принципе, легенький, да? Сейчас нас впереди ждет с вами реклама, ребят, приготовились. Так, давайте сразу еще посадим. Буст. Забустим, это тоже забустим. Так, пчелка. Слушай, а чё они? Не знаю, они как бы не продались. Они, по идее, должны сами же пропасть. Ну ладно, посмотрим. Кстати, рекламу как-то мы с вами пропустили. Оу, у меня, кстати, игрушка с AliExpress была такая, я покупал за 80 рублей, что и стояла, она у меня там стояла, потом я ее выкинул.
Так что мне надо нажать? А, да, тап нажмите. Вот это интересная мини-игрушка. Блин, они все спят. Что сделал? Что-то я сделал. Проснитесь. Замечательно. Ага. Так, подождите, подождите-ка. Блин, хотя сейчас зря я сделал это. Подальше, подальше. Блин, тоже зря. Надо что-то как-то, знаете, в толпу их. Вот так. Непонятно немножко, если честно, игрушка. Потому что они как бы не меня атакуют, они просто летают тут. Промахнулся. Вот ты растяпа. Непонятная мини-игрушка. Типа веселая, да. Чисто мини-игрушка, чтобы занять свое время. Так, я понял, это будет уже кусатка. Ну, и будет есть, да, другие растения. Угу. Да, все-таки нам придется, блин, или пропустить, что ли. Неохота реально смотреть эти рекламы. Быстрее будет открыть и закрыть заново игрушку. Что запускается оно очень быстро, это хорошо. А лицезреть это, в принципе, вертикально, тем более рекламу, как-то неохота. Угу. Ну, кусак, я понял, да, нам дали. Будет есть он. Просто в первой части было наподобие, но тут как дракон выглядит. Так, так, кусака тебе забираем. И вас, сударь, да. Ну и вот эту, конечно же. Let's go. Тут, кстати, с ведром, кстати, с деревянным ведром, не с металлическим. Чё? А чё он? Ля, ты посмотри. Он ещё как-то за этот замедлил. Что? Вау! Нифига себе. Прикольно. Чтобы... А что вы раньше этот? Так не делали. Прикольно. Мне это нравится, очень нравится. Нравится, нравится, нравится. Я все тут минами засажу. Ага, сюда нельзя сажать, я понял. Так, замечательно. Куда вас еще садить, сударь?
Так, а что ты, дракон, делаешь? Куришь какие-то? Пламя изо рта у тебя. А, ты огонь пускай, сорите. Ля, он прикольный. Ля, он лютк дает, цари, жесть. Слушай, а ты что, что-нибудь делаешь? А ты сразу металлический делаешь, я понял. Так, а я хочу посмотреть, что будет, если огонь. И летающий. А, вон что ты сделал. Ты чего, технологии дошли? А это не технологии, это я сама нало. Да. Наверное, мы на удалим. И быстрее тебе тоже сделаем вот так. Тебя удалим и поставим сюда. Хотя можно было ускорение поставить, что ты отступил, точно. Так, сундучок, а там что у нас, ребята? Так, только не говорите, что еще ключик мне нужен от сундука. Вот, вот эта реклама более-менее, потому что она на широкоформатная реклама. Эту еще я могу стерпеть. Че, я звук убавил, в принципе, чтобы не давать повода. Где крестик у нас будет? Громкость прибавляем обратно. Ага, бонусный уровень, кстати. Deadman Booty, да? Как он читает? Ну, типа, бонусный уровень, я понял. Давайте заглянем на бонусный уровень, посмотрим, что там бонусного у нас. Лята карты, карточная игра. Что это такое? Не знаю, вот это, наверное, что это? Ну, окей, не совсем, правда, понимаю. А, мы должны уровень пройти именно только с этим, раз. И что, в чем прикол? Непонятно. А можно переиграть как-то? Я, наверное, тормознем пока, дружище. Ляты, посмотри, ляты. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Так, мужчина, притормозите свой пыл. Что еще посадить, блин? Вот сюда. Так, нам бы вот сюда бы посадить бы, знаете. Чтобы если оттуда пойдут, чтобы я был бы всегда готов. Парочку котов. Да не говори, я... Правильно поступил? Неправильно сейчас поступил, если честно, не знаю. Вроде бы правильно. Так, товарищ, куда вас? Сюда, наверное, посадим.
Так, вот так, вот так вот. Так, хотя, в принципе, и скорость давайте прибавим уже. Что-то я думал, немножко будет плотненький уровень, но не так уж он какой-то сложненький. Еще плюс растения дали замечательно. И дополнительные монетки дали. Замечательно. Кстати, у нас этот пиратский проходит чем-то... Мне такое ощущение, как будто... Легче, чем... Предыдущий. Так, кого мы выберем? Вот это нам дают, да? 75-150. Ну, давай тебя. А о, тут с бочкой, чувак, смотрите. Ну, смотрите, газонокосилки какие, которые этот... Полировка полов. Знаете, чего-то либо. Видите, полировка. Это же машина по полировке же, да? Они говорят, они, кстати, что-то говорят, да, мозги. Помните, в первой части там русской локализации они говорили мозги, там перевели их. Там прикольно. Но походу тоже по-английски они что-то подобное, наверное, орут. Кричат. Да, хотя не кричат, они просто бубнят. Здесь, не знаю, вот так, наверное, посадим тебя. Ты же на три клетки открываешь огонь, да, на три. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чувак, я вообще не ожидал, что ты быстрее, а он утонул. Мне, кстати, даже повезло сейчас. Блин, не этого посадил я. Надо было, которого кулаками машет. Сажать. Так, ой-ёшкин кот, ты что, мать женщин, я же не увидел тебя. А как он прошел? А, они же на веревках. Ух, а это было сейчас очково. Куда вас? Ой, это кто еще? Нифига себе, это что за дядьки? Так. Они, кстати, из бочек вылезли, да? Эти паршивцы. Хватит, наверное, остановимся на этом дополнительном уровне. Весело, конечно, но нас ждут, в принципе, основная сюжетная линия. Пятого. Ну, вот плюс-минус, давайте вот здесь, в принципе, закончим, где-то можно заканчивать. Пятый, шестой, сейчас посмотрим. Но пока все легко дается. Тьфу-тьфу-тьфу. Я не знаю, почему брат говорил, тяжело, что там, гибн, растения, что-то там. Вам даются растения. А, мне уже дали растения, все. Которые мне нужны. Ох ты, вишенка нам дали. Зомби идут. Сказки поверятся. На-на-на-на-най-на-най. Блин, а тут пиратов много этих будет. Которые на веревках. Такой необычный у них. Скайла,
Так. Все, по одной, в принципе, засадили. Это хорошо. Но нам все равно не хватает. Он сказал, хабую вас. Кошмар, осуждает такие, что с хабую вас, говорит. Так, забираем мы эту с вами. Так, вы вдвоем его остановите, надеюсь. Друзья мои кубанские. А, тут две волны. Ага. Я понял. Как-то я очкую. Дойдут, не дойдут. Блин, орех, давай быстрее. Ты что там? Вот сюда вас поставлю, наверное. И съесть орех. Так, что вы даете нам? Замечательно. Хотя это можно было сделать вот так. Тактика. Все замечательно. Фух. Первый звоночек, знаете, такой только что был сейчас у нас. Замечательно. Так, далее нам пиньято, вроде бы она называется, где конфеты хранятся. А там у нас и деньги, и улучшения, и бусты. Так, ну и давайте еще один уровень, в принципе, одолеем сегодня с вами. И на этом, наверное, с вами и закончим. Ага. Так. Две еще, да. Так, кто у нас будет стрелять, во-первых, давайте. Ты, наверное. А дракоша доступен, да? Это просто реально, он тащит. Ты тащишь, чувак. Чем дракоша. Дракоша на три линии дает, но не знаю, но... Хз. В принципе, две. Я I don't know пока. The zombies are coming. Так. Пока прокручиваем. Да там мин стоит, не переживай.
Так, давайте орехи тоже будем пока сажать, наверное. Сюда зря я посадил. Ничего страшного, ничего страшного. Нет, 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 не то. Нам нужно еще обезопасить. Все, мы обезопасили, в принципе, по линии, это хорошо. Так, мина теперь нам больше не нужна. Так, обезопасим так себе, так. Так, слишком много действий. Подождите-ка, подождите-ка. А куда тебе, дорогой друг, сюда? Замечательно. Отлично. Так, и что дальше? Ага, я уже думал, забеговался. Так, и шипы дали нам. Ага, но это мы уже завтра будем испытывать эти шипышки. 40 спид там было написано. 40, типа, что это значит? 40. Сокращают они там? 40 спид было написано. Я прочитал. Ну да, в принципе, на 7 мы остановились. Завтра, наверное, дойдем до 14. Как раз вот. Давайте, ребят. Ребята. Ритуальчик узнайте, лайк, подписка и коммент, а с меня видосик. Не болейте, не чихайте и всем пока.